Раз, два, три, четыре, пять. Доброй ночи, дамы и господа. На улице еще светло, но ночь музеев начинается. Мы рады приветствовать вас. Политех, перезагрузка. Ночь в музее начинается. Итак, общий анонс сегодняшних событий. Что у нас весь день, а точнее всю ночь, в сквере работают мобильные лаборатории и книжная ярмарка «Новая площадь». В подъезде номер 9 Политехнического музея работает детский центр автомобильного дизайна, лего-мастерская, городской лагерь ЦК ЗИЛ, робототехника. Во внутреннем дворе выставка «Моторы 20 века». В подъезде номер 7 работает книжный магазин «Циолковский». Магазин работает до упора, до нуля часов. Дамы и господа, сегодня вечером мы ждем чек-шоу, чек-игра, онлайн-игра, в которой вы можете принять участие. Для того, чтобы принять участие в этой игре, вам нужно зайти на сайт check.ru. Диктую, чтобы можно было удобнее войти. Набираете цифру 4, затем... айтамыз 45% дейміз, о 50% десең де олажа. Яры қалқымыз ана Өзбекстанда, Сибірде, Қазақстанда дегенде қалды. Мезарлары анда. Ләкін епсілерін мезарларын мына бо таш мезардай болған үшін ер келгенімізде айталар, зияреттен мұрадым бір дуадыр дейді. Бүгін маға боса яғым сағадыр. Ебет, бондай шилер ер вақыт, бір вақытте қайтарылмасын. Ләкін ішіңізде сізде бір дуа оқырсаңыз, мен де оқырман шайттырып ана аңырмыз. Біздің ролі.
Адил оғлы дейміз. Бабамның ады Адил, мен адым Асан. Сонычын Асан Адил оғлы. Нефтяной институтны бітірдім. Ондан соң научно-исследовательский институтта ішладым. Мына газовый разведка, разведка газа, нефти, купер, это же в Средней Азии, да, север, да, Сургут, Ноябрь, дегенде. А ондан соң мында ішладым мен научно-исследовательский институт буровой техники. Хазыр енді пенсияда, мына пенсионермыз, но как консультант, как советчик болып, ішлейміз анда-мында.